Взрыв эмоций. Так, куда нам сесть? Маленькие передвижения. Да. Так, у вас сколько частей? Всего лишь две. Я еще слышала, что он выпивает все до последней капли крови и не оставляет вообще ничего. Совсем? Ни капли. Ты готова? Ты готовилась? Да, вообще? Я готовилась. Ну, ты вроде тоже готовилась. Привет. Да, конечно. А что это вы тут делаете? Готовимся. Сегодня самый страшный день в году. Да ладно. Сегодня пятница, 13-е. Ну, он ничего. Придет. Он обязательно придет за вами. Существует легенда, что в пятницу 13-е именно в нашей деревне ходит страшный вампир. Да. Да, и помочь от него может только чеснок. Вот, чеснок. Да. Чеснок. Чеснок. Чеснок, и что такого? Чеснок. У нас есть тазик с кровью убитых помидоров. Томатный сок. Убитых помидоров, а вдруг он вегетарианец? Да. Ну ладно, я вас огорчу. Сегодня число 14-е, и пятница уже прошла, сегодня суббота. А то, что вы шторы задернули, это не значит, что ночь, еще светло. Ты не боишься вампиров? Ты вообще их не боишься? Но он же страшный, он всю кровь выпьет. Всю без остатка, ни капли тебе не оставит. Ну дайте что-нибудь мне тогда от этих ваших вампиров. У меня есть осень. Чеснок. Это в борщ пойдет. На тебе кол. Борщ. Ага, хороший. Нет, ты его знаешь. Что с ним делать? Методом Буравчика. Самое сердце. Самое сердце. Правильно показываешь. Вот так надо. А ему не будет больно? Он же мертвый. А тебе страшно не будет? А, ну ладно. Нет, мне не страшно. Все, я с кола. Пойду обратно календарик вклею. 13 число. Это первое слово. Расползали. Так, так. А вот сюда, иди сюда. А, итак, тема нашей, ну, сегодняшняя наша тема. Я вот это вот старое все стираю, потому что знаю, что вы ни хрена не запомните, ничего из этого не понимаете. Ну, в общем, записывайте. Я всех буду спрашивать, записываем. Значит, 14 крокодилов являются продолжением 17 косинусов. Но если вы не учтете, что теория относительности является прямым продолжением алгебры и физики, то могут возникнуть сложности в следующей задаче. Так, записывайте, записывайте. Чего ты не пишешь? Я-то записываю. С каждым курсом все хуже какие-то. Набрали опять по объявлению. Это еще курс. Так. Это тоже записано, да? Записывайте, вам все пригодится. Значит, продолжаем. 14 крокодилов. Именно из крокодиловой кожи мы с вами... Так, стойте, на прошлой теме мы с вами записывали, что косинус является продолжением синуса, но... Есть один. Помедленнее. Он записывает. Ты так весь семестр проспишь. Я сейчас спешу. Блин, как же сложно сконцентрироваться. Итак, тема достаточно сложная, так что я хочу, чтобы вы обратили внимание вот на эту часть. Вот здесь явно видно, что вот эти два полушария никак не сходят. Черт, ручка закончилась. Есть ручка. Ладно, давай. Ну вот, в общем, это второй. Ой, я же подумать не успела. Так. Пойдем еще. Пойдем. А третье все слово? Да. Ну вот туда, пойдем за этим. Пойдем. Пойдем. Так, опять ты меня в эти магазины тащишь. Мне туфельки нужны. Туфельки мне новые нужны. Угу. Ладно, смотри. Я хочу вот эти. Вот эти все, что ли? Бежевые. С бантиком. 20 пар бежевых. С бантиком. С бантиком. Ладно, выбирай что-нибудь и пойдем уже.
Здравствуйте, я могу вам помочь? Здравствуйте, да, мне бы туфельки. Вот туфельки такие вот аккуратненькие, такие бежевые с бантиком. Каблучки, каблучки. Ну, вы знаете, у нас бежевые – это свежее поступление, это из новой коллекции. Вот. А есть, значит, красные, лакированные. Мы видели платье, вот там вот платье, красное такое платье. Платье, они идеальны. Да пусть висит это платье здесь. Нет, вот. Тебе-то оно зачем? Вот оно идеально. Давай, да. Ну, сейчас должна быть красивая. А вот сапожки вот там в лапу видели из крокодиловой кожи. А там была сумочка, сумочка была из крокодиловой кожи. Да, это вся в крокодиле. Тебя гринписовцы в заложники возьмут. Она не натуральная. Нет, натуральная. Там девушка не надо. Гринписовцы там всякие. Бежевый. Ну, вы знаете, у нас вот есть со скидкой, например, поясок бежевый с бантиком. Почему вот мне поясок, чтобы сразу повеситься там на кассе? Есть вот те балетки. Они балетки, балетки. А еще юбочка, юбочка, поясочек, балетки, юбочка, юбочка. Ты в балет, что ли, ходишь? Балетки тебе нужны. Ну, я буду красивая вся такая. Вот поясочек кто-то бежит. У тебя уже шкафы ломятся от этого шматья. Ты что, коттедж построил? Вот у меня полочек-то вон сколько. Я вот так вот. Ага. И мой подвал весь. Я бежал, как это сделать. Весь. Все, заверните, мы все. Я уже статус беженца дали в Милане. Девяносто, все, маски покупать буду. Все, все, пойдем. Девушка, все, заверните. Ладно, давайте что-нибудь берем. Коллекция.